Как остановить глобальное потепление, сохранить экологию и снизить количество вредных выбросов в атмосферу? Свои решения мировых вопросов предлагают самарские школьники и студенты. Причем на проблему климатических изменений каждый смотрит с позиции одной из стран Организации Объединенных Наций. Мы предлагаем ввести внутри государства квоты на выбросы парниковых газов, а также начать усиленную борьбу с чрезмерным потреблением энергии и выбросами углекислого газа. Уже шестой год подряд в Самарской городской думе проходит молодежный форум «Самарская модель ООН». К финальному заседанию участники готовятся целый месяц. Мы изучаем доклад эксперта, мы пишем свои тезисы, то есть формируем свою точку зрения по указанной проблеме, а потом уже мы начинаем заниматься позицией нашей страны. На итоговом собрании обсуждают свои идеи с депутатами городского парламента. Общение с молодыми парламентариями, с молодыми политиками, я бы сказала, оно будет полезно всем. Движение навстречу друг другу, я так полагаю, что оно нацелено только на одно, чтобы Самару сделать лучше. А Самару мы делаем лучше для кого? Для подрастающего поколения. Поэтому они сами для себя сегодня должны искать пути и нарабатывать новые решения. Хороший международный опыт, который учит договариваться и, соглашаясь, отстаивать свою точку зрения. Юные эксперты сами пишут этот доклад. Написать серьезный документ на базе ООНовских реальных документов – это хорошо. Понять, что такое политика и стать участником преобразований, самарская молодежь может со школы. При городской думе и в районных советах депутатов действуют молодежные парламенты. А самарская модель ООН – прекрасная возможность проявить себя. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.